Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Давненько меня просили о том, чтобы начинать показывать уже игрушечки. И вот сегодня первая игрушечка, которую мы с вами будем рассматривать. Значит, если вы захотите эту игру, в описании видосика будет мой адрес на телеграм-канал. Вернее, не на телеграм-канал, а на мой аккаунт. В личку мне напишите, поговорим. Игра не бесплатная. Так, ладно. Что значит за игрушечка первая? У меня их штук 12, поэтому будет 12 видосов. Это первая игра. Устанавливается она легко, естественно, в Play Market и вообще в каких-либо других магазинах для часов вы ее не найдете. Абсолютно. Потому что устанавливать ее можно только ручками с помощью ПК, либо с помощью смартфона. Но это делается достаточно легко. Когда мы с вами свяжемся, я вам все объясню, и вы прекрасно сможете ее быстренько установить себе. Нажали, и все, поехала вот такая картиночка, значит. Здесь вот такой чувак на машине, значит. Пожалуйста, здесь внизу менюшечка. Не все нажимается. Ну, основное, что нам нужно, в принципе, нажимается. Далее, как вы хотите управлять? Управлять жестами, либо G-сенсором. Я, конечно, выбираю G-сенсор. Все, здесь показывает конкретно, как это все будет у нас дело работать. Потом, что надо ловить монетки, и поехали. Видите, картиночка вот. Газует, все, погнали. Мяу. Так, с меня ездок еще тот. Ну. Все поснастил, короче. Про гуся тоже. Все, погнали, погнали. Ну, короче, вот такая вот игрушечка. Просто я смотрю на телефон, и так сложно мне, короче, управлять, если бы я это делал сразу. Вживую, конечно же, было бы проще. О, смотрите, на горы погнал. Еще куда? Вот время затикало, что уже конец игры скоро. Все, приехали. Ну, вот так вот он пишет, сколько мы метров прогнали, сколько мы там чего заработали. Все. Ни финты мы не заработали. Далее. Ну, короче, как игра. Кому-то из вас она, наверное, знакома. Кто-то, наверное, на телефоне ей играл. Я просто никогда не играл, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Кнопочка назад, если что, выводится все. Вот, зачислилось там мне что-то, видать. Ну, все, дальше плей и погнали. Вот такая игрушка, как я уже сказал. Пишите вот на этот адрес в Telegram. Пока вы были на канале SmartWatch.